Всем привет, ребята, с вами DevilPlay и пиздец 2. Уже у нас какая седьмая серия. Продолжаем нашу игру, посмотрим, что будет дальше. Игра уже нормально так растянулась, и когда она закончится, пока непонятно, ребята. Так, если я не ошибаюсь, в предыдущей серии в конце мы все проклацали. Ну, поэтому пошли сразу же на рабочий до... Тьфу, блин, до... дом. Какой дом? День. Пираты и алчность. Йо-хо-хо. Хороший пират всегда прячет свое добро, чтобы вернуться к нему позже. Но бывает, что жизнь пирата обрывается раньше. Да, такое действительно происходит. И его закрытые сокровища преследуют его. Чтобы он открывал сундуки снова и снова. Вечность. Типа у него такое наказание, да? Это было так давно. Мне самому интересно, что в них. Его сокровищ там нет. Но особые признаки находятся как раз в этих сундуках. Будь терпелив при его отправке или рискуй. Решение за тобой. Заодно начинай следить за особыми признаками ада, мешками с золотом. А ты говорил, что нет. Меня звать Банановый Джек. Я зарывал бананы. Понятно, короче. Да, игра все сложнее и сложнее становится. Теперь можно, так скажем, и на удачу отправлять. Можем и нет. Можем просто отправить кого-то другого. Например, давайте сразу этого в ад отправляем. Это сразу видно, мешок с деньгами. У этого тоже мешок с деньгами. А мы что за... Так, мы квест не взяли, да? Кажется, когда перезаходишь в игру, надо повторно квест брать. Ну ладно, короче. Значит, на этот раз без квестов. Обойдемся. В чистилище. Кто у нас в чистилище пойдет? Ну вот этот пускай пойдет в чистилище. Этого тоже, кстати... А, этого в ад. У него же пистолет в руках. Так, это тоже в чистилище. В рай, в рай, в рай, в рай. Вот этот в рай пойдет, у него сердечко. Чистилище, чистилище. Ну вот этот разве что в чистилище может пойти. Так. Угу. Кого отправить в чистилище? Ну вот этих мы можем, да, отправлять. Не ошибаюсь, потому что он оборотень. И там при любом раскладе его можно отправить в чистилище. А кто у нас еще под чистилище подходит? Этот, ну вот этот разве что, он ни туды, ни сюды. Вот, я умею плавать, а попугай нет. Вот, значит, закрытые сундуки, значит, торопиться не будем. Так, этот ват однозначно, этот чистилище, да, пускай пойдет. Так, а он открывает, да, постепенно? Понятно. Тоже чистилище. В ад отправляем вот этого. Так. О, кстати, вот этого бы отправить, чтобы катастрофу запустить. Так, этот хоть с автоматом, но попадает в рай. В ад. Вот этого чувака в ад отправляем и... Блять, тут и такое бывает, да? Нифига себе. Ни разу, кстати, нас еще не убивали в этой игре. Ого, что-то новенькое. Так, ладно. Это типа он прыгает, да? Надо его типа избавиться от него. Как можно скорее. Понятненько, понятненько. Так, в чистилище. Вот такого тоже можем отправить. Так. Этого можно. Давайте сразу вот отправим, чтобы он нам не путал все карты. Так, в чистилище у нас идет оборотень. Так, еще кто под чистилище? Ну вот разве что Росомаха еще может пойти. Так, ват. Ну давайте вот этого ват пошлем. Так, еще кого можно отправить в ад? А, с оружием надо отправлять в ад. Но этот чувак у нас под чистилище, он пока еще не прыгает, не дергается. Так, а что если вот это вот ангел? У него два плохих знака. Все, ангел, который попал в ад, отлично. Я въеду в рай на твоем чего?
Ах ты за сволочь, давай я его отправлю. Вот это уже зараза дергается. Так, его в рай нельзя. Но и он нас убить может. Кстати, мы переиграли, а у нас сердце прошло. Точнее, пропало. Так, в рай кого-то надо отправить. Надеюсь, он нас не убьет. А, короче, в ад, че я туплю? У него же в руках нож и плохой знак. В принципе, в ад можно было спокойно отправить. А вот это в чистилище, наверное, да, можно? Хороший знак, плохой знак. О, отлично. Мы как раз катастрофу запустили. 4, 3, 2, 1. Начали. Старт. В ад. Этот кто у нас? В рай этот не попадет. А кто у нас может в рай попасть? Вот этот чувак может попасть в рай. Давайте там ад. Мы отправим его туда. Это у нас чистилище. Так, вот это в руках оружие. Зло, добро, зло. Поэтому его в ад надо отправить. А этот у нас, это надеюсь не оружие, поэтому это в чистилище отправим. Верно. Вот этого в ад. И все, и пройдена миссия, и катастрофа пройдена. Ха. Видели, он танцует под этот. По-египтянски. Так, профсоюз. А ну-ка, что этот опять дурин нам рассказывать будет? Ты взялся за закрытие портала. За это я принимаю тебя в орден. Молчаливое согласие, все, что от тебя требуется. А, короче, когда мы катастрофу проходим, он типа нас за это поощряет. По сюжету, я так понял, да? Так, вот это берем. Сразу. Еще только смерть у нас осталось открыть. Интересно, что там за миссии будет. Так, этого покормим еще немного. Так, сердце покупаем. А ну. Мое совершенное чувство вкуса неоспоримо. Пополнив свою коллекцию, ты можешь неожиданно получить на одно растение. Не одно растение, а несколько. Неожиданно для тебя, конечно, не для меня, я все знаю. Так как прям неожиданно, короче, покупаем цветок, мы себе это можем позволить, мы люди богатые в этой игре. Какие прекрасные растения, а горшки еще прекраснее. Вот бы моему цветочку такой же горшок. Горшки отдельно не продаются. Я просто тут и посмотрю. А вдруг какое-нибудь растение случайно завянет. Ха-ха. Ах ты коварный дядя. Так, короче, нас нигде не ждут особо. Кроме как на рабочем дне. Так, это открываем. Вот цветочек у нас уже тут. Вот эти два куста тоже, кстати, мы купили в предыдущей серии. Так, это закрываем. Постель убрана. Все вроде бы. А вот пицца еще на диване лежит. Ну все, поехали дальше. Посмотрим, что нас ждет в следующем отступнике. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Вот ты жнец, жнец, и я жнец. Мы друзья, значит, я жнец, и ты жнец. Хотя эти ребята отступники не из-за своих друзей, а из-за предпочтений. Веночки из цветочков. Тяжелый рок и пыль дорог. Какой-то рифму. Так, из-за одновременно явно выраженных признаков ада и рая, эти ребята не могут быть отправлены в чистилище. Явно выраженных признаков ада и рая. Короче, у этого типа райские, да, признаки, а у этого типа адские. А, ну да, правильно, рога у ангела и там ангельские крылышки у демона. Или рай, или ад. Подробнее посмотри в справочнике, хорошо? А то у меня кофе остыл, пока я болтал. Так, смотрите. Здесь как раз написано. Один хороший. Это то, что он типа ангел. Один плохой, то, что он отступник. И два плохого. Ну, понятно. Здесь у нас один хороший. Это ангельский признак. Еще один знак хороший.
То, что он демон, это один плохое. И здесь тоже еще знак. Все понятно. Разобрались. Ну, типа, в чистилище их все равно нельзя отправлять. Да? Наверное. Так, ладно, нажми ПКМ и на клиент. Тьфу, блин, кажется, это читаю как новое. Так, чистилище. Так, у него хороший признак и два плохих, поэтому чистилище не светит. Так, ну вот этот разве что проще простого. Ничего нет, значит пойдет чистилище. Так, в рай. Кого в рай? Вот этого можем в рай отправить. Надеюсь, это у него не оружие. Так. О, это нет, в рай не пойдет. Рэмбо у нас попадет в ад. Так. Да один рай только. Ну, когда будет ад? Чистилище теперь. Хорошо. О, то есть два плохих признака, два хороших. Так что Рэмбо попадет у нас в чистилище, а не в ад. Я то перепутал. Так, три плохих знака. Нет, три плохих, три хороших. Ну, их только можно или в рай, или в ад. Ладно. А, кстати, давайте это отправим. А, у этого тоже был гамбургер. Ну, зато, смотрите, сейчас тортик еще у нас будет. А, давайте попробуем. Мы имеем право один раз ошибиться. Не, ошибка, видите, хоть одинаково, не хляет. Так, чистилище. Ну, зато хотя бы проверили. Так, банан нужен. Банан у нас пока нету. Так, это давайте оставим на потом, потому что уже этот стопроцентное чистилище у нас стоит тут. Так, ват. Угу. Так, банан у нас нету, поэтому давайте попробуем в ад отправить. Все верно, отступники попадают в ад. О, клоны еще у нас тут тоже в ад попадают. Так, в чистилище. Так, хороший признак, плохой признак. Попадает он у нас в чистилище. Блять, ну как? Ребята, я немножко не пойму. Если кто знает, напишите в комментариях. Было бы неплохо понимать, потому что, блин, один хороший признак был и один плохой. Или что-то я не углядел, может быть. Ладно. Так, в рай. Такой крутой демон, да? В очках. Так, ну по-любому в ад. О, вот этот пират у нас, типа, святой. Святой пират, блин. Так. Бананы никак не появятся. Так, давайте вот отправим сразу, чтобы не мешал. Вот. Так, это у нас подчистилище. Подчистилище. Ну, два плохих знака, два хороших и сам Минотавр. Поэтому подчистилище в ад его отправлять нельзя нам. К сожалению. Надеюсь, он не пропадет. Так, давайте мы тоже нахер. Ват. Блин, один ад и ни одного чистилища. Наконец-то. Пау. Так, воитель теперь у нас катастрофа. Так, ват. Это нет, у нас под чистилище. Ну, вот этот, пускай пойдет в ад. Обжора. Так. Вот это чистилище у нас. Этот у нас. Это у нас чистилище. Этот рай. Кстати, вот смотри. Раз, два, три. Хороших знака. Раз, два. То есть это должен в рай попасть. Так. Блять, а кого в ад послать? Хорошо, если все такие хорошие у нас. О, у нас еще и время, блять. Ну давайте это отправим. Чистилище, на. Не успели ни хрена. Что-то я задумался. Ладно.
Не расстраиваемся. Так, чистилище у нас будет вот этот подать, да? Не, надо было, когда он превращался в оборотня, тогда чистилище отправлять. Ничего, вообще хреново, конечно, прошли это задание. Так, этот у нас в ад будет. Так. Вот это нас, да, убил в прошлый раз? Ах ты сволочь, мы тебя в ад отправим сразу, со старта. Так, это тоже в ад. Короче, банан не наш... А, нашли уже, нашли. Ну, разве что это, катастрофу не смогли пройти. Так. А ну. Ну, всадник голод получил. Очки и профсоюз уже 146. Так, ну как-то так, короче. Так, что у нас тут? О, открылось уже. У нас новое задание на смерть. Так, еще как теперь можно покупать? Ну, это уже, ребята, сделано в следующей серии. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Не знаю, сколько будет длиться эта игра, но я постараюсь ее пройти до конца, потому что она мне тоже нравится. И, соответственно, я хотел бы ее дальше пройти. Если понравился ролик, обязательно прожимайте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал, прожимая колокольчик. Еще можете подписаться на группу ВКонтакте, Discord канал, ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.